Глава округа посетил научно-производственную фирму «Техэнергокомплекс». Владимир Ружицкий обсудил с руководством предприятия вопрос импортозамещения. Тему продолжат мои коллеги. Токарь Сергей Новиков обучался профессии сразу на производстве. Начинал на вертолетном заводе «Звезда», а последние 18 лет работает на предприятии «Техэнергокомплекс». Шпильки, гайки, ну что угодно практически. Я всю жизнь у станка, так что я сделать могу практически все. Есть ремонтные какие-то работы, которые станки, допустим, ломаются. На заводе трудится около сотни рабочих. Ежедневно они разрабатывают и производят современное электротехническое оборудование класса напряжения до 20 кВт. Это комплектные распределительные устройства, камеры одностороннего обслуживания, вакуумные выключатели. Сегодня по импортозамещению некоторые виды изделий, вот в частности вот это просто, так сказать, полуфабрикат, это современное, так сказать, изделие, которое работает в классе 20 кВт, и на сегодняшний день это изделие является инновационным, импортозамещающим. Комплектное распределительное устройство 216 востребовано в московском регионе за счет своих габаритов и новых технологических решений. Со слов Виктора Борисовича, здесь достаточно все на уровне, у него нет сомнений, что он на рынке удержится, зарплата платится вовремя, заказы на ближайшую перспективу есть, ну а дальше, как в любом производстве, требуется такая постоянная работа, дабы предприятие было с заказами. Предприятие «Техэнергокомплекс» работает с 1998 года. Его продукция используется в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, водоканалах, в нефтегазодобывающих и перерабатывающих компаниях. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.